Владимиру Васильевичу Квачкову. Здравия желаю. Вот здесь стоит и смотрит на нас великий русский человек, русский полководец, генералиссимус Александр Васильевич Суворов, который знал Одессу, который вместе с Федором Ушаковым практически возвращали эти русские земли в состав Российской империи. Я думаю, что и убежден в том, что, как и в любой битве, которую вели Суворов, Ушаков, и которую вели наши люди в Новороссии, это одна и та же битва. Это битва за русскую имперскую могучую империю. За союз Великой, Малой и Белой Руси. Нынешнее название Россия, Украина и Белоруссия по своей сущности религиозно-православной составляющей ложной. Россия – это Великая Русь, Великороссия. Это тот осколок, который сейчас называется Российская Федерация. Это Малороссия или Украина и Белорусь. Вот только в этом понимании мы должны говорить о России, об исторической России. Погибшая на войне в битве, в Одесской битве 2 мая, это погибшие солдаты нашей Российской империи. Потому что Россия может быть либо империей, либо и не будет вообще. Ибо мы, великороссы, малороссы, белорусы, мы триединый русский народ, вместе с другими коренными народами России, являемся тем, той силой, которая удерживает мировое зло. Только сдерживая мировое зло, выполняя свою мессианскую миссию богоносного народа, мы, русские, имеем смысл нашей жизни на земле. Поэтому сейчас те люди, которые погибли 2 мая в Одессе, они сейчас здесь. Они смотрят на нас. Наверное, гордятся нами. И убеждены в том, что мы будем продолжать то дело, за которое они погибли. Давайте мы здесь, немногочисленные люди, пришедшие со всей многомиллионной Москвы сюда, нашедшие себе место, время и мужество прийти сюда, пройдя через эти унизительные обыски, мы все-таки здесь помним Одессу и помним нашу задачу – восстановление Союза Великой, Малой и Белой Руси. С победой будущей нас, с борьбой!